весной. Ты сказал твоим портретом, я обукрасил свой покой. Ты рассказывал мне долго об Америке потом, что имеешь дом в Нью-Йорке и что в доме есть притон. База редкого фарфора, телевизор фирмы Sharp, два мобильных телефона, классный зимний женский шарф, пуфик розового цвета, кофеварка, миксер, фен, экспресс-карта, интернета и настойка горький хрен. Бледнела, я качала головой, а потом я опьянила вдрызг и позвала тебя домой. А на утро вдруг проснувшись, поняла, ошиблась я. Из квартиры улизнувши, ты подлец взял у меня. Базу редкого фарфора, телевизор фирмы Sharp, два мобильных телефона, классный зимний женский шарф, пуфик розового цвета, кофеварка, миксер, фен, экспресс-карту, интернет и настойку горький хрен. Хрен, 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 хрен. Я два дня про сон забыла, я подумала, умру, но в полицию сходила и теперь совет даю. Не влюбляйтесь безоглядно, посмотрите, что за фрукт. Мужикам не доверяйте, а не то исчезнут вдруг. База редкого фарфора, телевизор фирмы Sharp, два мобильных телефона, классный зимний женский Sharp, пуфик розового цвета, кофеварка, миксер, экспресс-карта, интернета и настойка горький хрен. Да вы же понимаете, что это еще не все, потому что он у меня, сволочь, украл. И базу редкого фарфора, телевизор фирмы Sharp, два мобильных телефона, классный зимний женский Sharp, пуфик розового цвета, кофеварку, миксер, экспресс-карту, интернета и настойку. Телеканал «Шансон ТВ» при поддержке радио «Шансон» представляет. Что в твоей душе? Горы пустяков. 27 июня в Доме Высоцкого на Таганке Михаил Бублик с программой «Вместе мы обязательно будем». У каждого из нас есть такой человек, о котором мы думаем, когда слушаем любимую музыку. И именно этому человеку я хочу посвятить свою программу. Живой звук, телевизионная съемка и всего 130 билетов. Михаил Бублик в проекте «130».